Всем привет, друзья! Сегодня, всем привет! Сегодня, как всегда, у нас Павел Каблуков, злой слон и драйвер 51. Больше никто с нами ехать не хочет. Вот. Поедем на доработке УАЗ-2121 Нива. Старушка на побережье. Все, Паша, я готов. Начинаем. Начинаем. Повезем дрова. Потому что больше возить. Они не возят груз сами. Да, да, да. То есть мы даже загрузиться можем. Да, даже с козла мы можем. Можем даже с козла, короче, загрузиться. Так. О, а че их три? Вот тут пассажиры ездят. Да, тут все. Так, я на зелененьком. Один гараж дают. Ага. Ну че, нам можно, в принципе, что сделать-то? Там есть козел же где-то через реку уже, да? Не знаю, слушай, не помню. Ну вот как было, вот там вот, помнишь, проезжаешь с этого. Как его зовут? А. Да, 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 кстати, был, по-моему. Справа там было какая-то. Да, там есть, да. А поехали, может, тогда гараж. Сначала гараж там откроем, да? Ну давай. А потом там с козла загрузимся и все, чтоб сюда не ездить или как. Смотрю, какие у него колеса есть. О, колес тут вообще, Паша, я там навтыкал. Мама, не горюй. Ну первые три это его стандартные, ее стандартные, которые были. И дальше там всякая куча. Кучная куча, короче, всяких колес. Ну, да что-нибудь такое. Я, наверное, поеду на этих, на шевролешных. Шевроле. Я вот на таких, на мощняцких вообще поеду. А, к ним запаска есть. Да? Да. Запаска третья, наверное. Вот на последних. Ага, вот она, вижу. Так. Так, поедем. Поедем. Так, вот, все. А так. Защита есть какая-нибудь? На морде кенгурятник. Кенгурятник есть у нее. Так. Топ. А вот кенгурятник. Сич. Так, гараж поинт. Все, я зарядился даже уже. Все, да. Вон, цепляй еще. Сади этих пассажиров, клоунов там. В салон с шашками. А это что такое? Ну, такси. Линкс, вот эти это шашки. И чуваки одно очко гаража и этот и прицеп бери гараж там вот этот как он хич паркоп цепляй паркоп ага и гараж вот так да все. Получается, у тебя чуваки одно очко, да, и второе очко это этот. Как его? Прицеп. Ну что, погнали? Погнали. Посмотрим. А у него постоянно полный? Ну, полный, да. Дифференциал только блокируется. А у тебя водилы нету, чуваки сидят, водилы нету. Ох ты, блин, у меня прицеп. Оба-на, это что такое? Видал у меня прицеп скачет? Прицеп заскакал куда-то. Ну, что-то у меня он подганул вообще жестко. Так, а нам где переезжать-то надо? Где заправка, наверное, да? Там мы в реке-то уходим там. В этом озере. Где заправка? Блин, да мы и там можем уходить. Да нет, там только нам в одном месте там перескочить и все.
Поехали попробуем. Ой. Ох, ёп! Японский дрын, чё это меня так кидануло-то вообще? Ничего себе дела. Прикинь, просто я тупо подскочил. Чё ты с прицепом был? Да? Ага. Так, он неадекватно себя ведёт. А у тебя? Тоже? Да, вроде нет, вроде не нормально. Ну фиг знает ещё пока, может. Ну меня что-то вообще подкинуло вместе с машиной, я даже обалдел. Перевернуло на бок. Ты едешь? Да-да-да, все, я поднялся. На берег уже выхожу тут. Да, я залез. Ой-ой-ой. Давай, может, по краешку туда подальше. Ой, или подожди, как? Не подпирайся, если назад маленький, да? О, меня вот. Опять меня кидануло. Что-то, блин, вообще не пойму, что это такое. Чего это, дырки есть-то? А у тебя не прыгало, но вообще ни разу? Нет, у меня вообще такого не было. Может, мне надо было почистить этот кэшку, может, коренного почистить. Что-то меня так подкидывает, не поддержка. Ну вот, ты куда поехал-то? Ну я вот тут по бережку пролез. Так нам через этот надо переезжать-то. Ага. Ну-ка давай я попробую тут все. Я вот так думаю, машина все-таки. А, ты по течению хочешь? По течению у тебя будет под руки. А, я так сейчас. Эх! Все, я вылез. А ты где он стрял, не? Нет, все это же видит. О, блин, вот на камень тут все. Нет, все, вылез нормально. Едем дальше. Алло, алло. Я тут. Тут стоишь? А я скрин хочу заделать. О, опять меня подкинул. Ох ты, ё-моё. Видал как? Видал. А у тебя нормально все, что ли? Да, у меня нормально. А мне что-то вообще шныряет, вообще по жесткому, ё-моё. Ты же балда какая-то нездоровая. Надо было, может, перегрузиться. Что там, застрял? Что же это? Тут кусты тут кругом. Фига, как так лихо прошел. А, ну вон есть тут козел. Нормально. Тут уже грузимся. Ну все, поехали до гаража, да? Да, да, нам-то сейчас гараж там, а там переобуемся. Что ты потерялся там? Да что-то нарезала какая-то ты. Да. Ну, Нива слегковая, машина почти. Да я вроде так же еду, то есть тут нифига не догоняю.
Ну, а я что-то сразу как скопил, да, притормозу, сейчас подожду. А, так я уже до поворота доехал. Пассажиры с анимацией, да? Да, шевелится. Ну. Пустяк. Все, я в грязь залез вот уже. А это с этого, 21.05 пассажиры-то. С пятерки, с Жигулей. Не помню, там пьяна была-то. А я ее даже не точно. Я просто не, как бы не любитель легковушки. Не, ну таких вот, как на Батоне, на Ниве, так я так, с удовольствием, как бы. Такой маленький внедорожник. Поддержим российский автопром. Батоны, Нивы. Ну, ползет нормально, в принципе. Да как батон они, настройки с батона. Я тут поставил как бы мотор, коробка, что там и батоновка. И парни в отпуск едут такие, кольцетами. О, я как раз сегодня вторник, понедельник, да? Вторник, среду. Тоже прицеплю прицеп, правда, не такой у меня здоровый. Такой для квадриков. Можно квадрики с недохода грузить. О, все, я прокопался уже. Я уже тут где-то рядом с гаражом. Оп! Да, что поначалу у меня прицеп кидалось, я даже не понял, что это такое. Только первый раз вообще, и сколько я ее тестил, как бы гонял там, доделывал. Первый раз так ее подкидывало, типа, вообще. Ну, это что-то лагануло, наверное. Может быть. Стыдно, как сложно сказать. Такое ощущение, что прицеп где-то обнил и загинает. Да, хрен его знает, я даже не понял, что там и почему. Все, я уже почти в гараже. Эх. А, ну синхронизация на ней, все как положено, я уже сделал. Видишь, на батоне-то не горели габариты, тут сейчас горят габариты. А. Ну все, я приехал, вот окей. Так, пойду, должен 20 припарать. Ну да. Все, Паша, я разгрузился. Я вот это заезжаю уже. И что? Мы скидываем все. О, все нормуль. Так, бортовой прицеп надо поставить. Так, ремонтные части снимаем. Опа, а, эти шашки снимаем. Багажник ставим. Можешь, кстати, с багажником и пассажиров еще посадить. То есть, как бы, эти, в одной из гаража. Садится. Ну, вон, Нива сразу... Холодильник. А, ну да, холодильник. А что холодильник? Надо было холодильник вести. Надо было холодильник вести. Ну да, как бы. А, кстати, вот если садишь чуваков вот этих, ну, пассажиров, одно очко, да, холодильник 2 очка и прицеп 1 очко. Одной машиной можно гараж было открыть. Так, багажник ты поставил, да? Да. Ну что, погнали. Ты не взял этих кренделей-то? Нет. Тобой. Я их высадил. Ой, блин, я с холодильником поехал, ё-моё. Делай палу, что-то я. Так. Примерял его, примерял. И забыл, поехал с ним. Так, что-то я его сниму. Холодильник до свидания.
Все, погнали. Так. Петляя по камням, по отчетке. Ну-ка, попробовать. Подожди, дернуть меня, да. Да? Да, я на камнях засел. О, все. Все, вышло. Хочу на повышайке попробовать. Вот это сейчас. Опа. Я сюда на повышайке ехал. Да, я ни разу не включал. А, ну камеру у меня не получилось в салон запихать. И, ну как бы я ее запихивал, да, она как-то вниз на капот туда лупит и все уже. И по-всякому, по-разному ее крутил. Что-то так и не получилось ничего. Думаю, ладно, пусть на крыше будет. Ого, как ну лазит и на капот ее кинул. Нормально я вылез. Да блин, она, по-моему, на автомате едет быстрее, чем на этом. Чем на повышайке. Ну на прямушке, конечно, разгоняется явно. Хотя грязь, она походу лучше так проходит. Ну, колеса такие я более-менее подобрал, как бы они по размеру, все, в принципе, нормально подходят. Смотрится так прикольненько, да? Ну да, вот эти вообще прикольно смотрятся. Но я их где-то видел, что-то они где-то, с чего-то они. Шевинивы. Да? Да. Там все колеса шевинивы, которая вот была беленькая такая. Я не знаю, кто там, не помню, кто там, чей мод. Короче, вот у нее три комплекта последние, это шевинивы вместе с запасками. Остальные потом три родные, которые были вот от 3D-ведерка. Они колеса, но запасок нету. И потом там еще Волги, по-моему, я снял какой-то 21-й. Тоже не помню, чей мод. Ну, короче, так, с миру по нитке. Ну, получилось довольно неплохо. Ну как бы да, все тут она можно полностью как бы и карту открывать, то есть она и топливо катает, и ремонтные части, и дрова. Только единственное, что вот на багажнике не прописано, что она возит. Возить может, когда багажник ставишь, эти дрова не пишет. И в прицеп тоже не пишет. То есть как бы оно все грузится, но не прописывается. Направо на компас. Или налево? Налево. Так направо тоже есть там козел. Пошли налево. Ну поехали налево. Иди. Давай. Как-то ближе, что ли. Ну так и жрет она немного, в принципе. Ой, да? Ой, ты куда? Рулю. Ты ничего себе зевнул. Вот это ты зевнул. Только попробую отсюда с этой камеры. А, ну у меня тут стоят же все равно от тех-то камеры, да? У меня так стоит, я даже сюда от этого могу ее тянуть, ого-го, в небо лететь. Ой, черт побери. Грибы, грибы, грибы. Дави грибы. А где нам тут? Опа. А что-то тут как-то не изменилось, что-то немножко, не? Когда там и было. Что на дефолте что-то редко уже катаемся. Вообще почти не катаемся. Да нет, так и было. Так, как тут загрузки дела обстоят? Нормально, лучше, чем с батоном. Сжаться, дожиматься надо? Ну, поближе, да, надо, конечно. Давай попробуем, может, я попробую загрузить сейчас, а этот самый скину, а потом передам тебе бревно, и ты с него попробуешь загрузить. А зачем так делать? Ну, попробовать, что он грузит с этих, вот этой лабуды. Ну, как сейчас. Ну, он из козла загрузит, он из пола загрузит.
Вот, давай, смотри, я отъезжаю сейчас. И скину бревно. Вот, бревно осталось. Ты сможешь его взять? Валяется оно у тебя? Ну да, я его вижу. Вот, подъезжай к нему, сейчас я попробую. Кружить. О, да тут, конечно, тут можно... И прицеп можешь с этого же бревна загрузить. Эх, я уехал. Нет, а ты красный. Можешь передать-то этот? Все, вообще все грузится без проблем. Сейчас я еще с этого же бревна загрузил. Не, ну вот здесь вот ты хорошо сделал, да, вот так лучше, чем на буй на этом, на батоне был. А на батоне надо будет там переделать, я еще там свет, да, переделаю и вот эти погрузку. Вот так классно, конечно. Так тут даже можешь грузовую машину загрузить, если она поедет, например, бортом. Да? А, поехали, наверное, сюда через это. Поехали. С бортом, как бы, если ты поедешь, например, да, я могу скинуть бревно здесь. Оно же все равно, я понял, загружусь, а бревно-то останется. Ну вот это непонятно, как так получается, что он загружается, а бревно остается. Ну нормально, наоборот. Сейчас мы так и сделаем, мы не поедем второй раз грузиться, мы сейчас там скинем бревно. Потом опять загрузим, бревна останутся, мы заедем, их разгрузим, и потом к этим бревнам подъедем, загрузимся, а так и поедем на другую пилораму. Смотри, какая экономия. Вау! Грузи-ка этот залез. Я полевее попробую взять. Нормально, еду. Я на автомате. Я тоже на автомате. Аж подпрыгивает. Ну да, ты балла короткая, поаккуратней, чтоб не кувырнуться. О, включается синхронизация на кенгурятнике. А я у тебя не вижу, кстати. А это далеко просто. Сейчас разгорится, не переживай. Он только-только еще начинается. А, вот, да, поближе подъехал, загорелись. Нормальный такой драндулетик, кстати, да? Ну да, вообще неплохая драндулетик. Вау, чуть тебе в прицеп не вошел. Как она тут сейчас пойдет, вот ничего интересного. Да я нормальный, я по грязи чешу на ней. Я прям в самую кашу полез. Паш далеко не уезжает, я стряну сейчас еще. Тут что-то камни, я на камнях хочу застрял. Я нормально тут чешу. Поплыл. Поплыл. Парень тут у меня занюхивает он. Рукавом. Смотри, плывет. Вот и чуть не кувырнется, аккуратней. Все нормально, вся синхронизация, все работает. Нормально прет, нормально. Ух, пошла, смотри как. Так. Ой, глубоко как. Так, Паша, не разгружать, только надо будет сначала эти бревна скинуть нам.
А, ты потом хочешь с них загрузиться? Да, хорошо? Да, если с них опять загрузиться, ну. Вот тут я что-то маленько там застрял. Но мне нормально, все равно, как бы, тут грузовые-то не тянут. Смотри, кишок налезет. Все, я добрался. Не понял. Я уже за тобой. Я себя тоже подожди скину. Так. Сначала я скинул груз, потом зарядился. Теперь нам надо разгрузиться. И опять зарядиться. Все ли? Ты все? Да, да, да. Мы ее сделали? Мы ее сделали? Да. Во, нормально, еще вот 4 бревна осталось. Все прекрасно, только меня сейчас литра бензина. Нам сейчас вот надо до заправки закинуть, походу. Вообще нормально, синхрон нормально, так света работает, да? Да, синхронизация все на месте. Даже дальним можно помигать. Вроде как ты едешь в ближнем, да? И в дальнем помигать. Фига, ты тут опять на полушайке что-то почесал или на автомате? На автомате. Это больно быстро как-то попёр. Только прицеп мотыляется сзади. Ну, на прицепе тоже синхрон. Ах, Паша, ты что так остановился? Все, давно. Отсох я, да? Да ладно. Да. Ё-моё, не может быть. Топливо 8 литров. Блин, а у меня-то тоже как бы. У меня 8. Поехал, как я до заправки сгоняю тогда. Давай. Подожди, Паша, сейчас я быстро. Где тут поворот на заправку-то? Отсюда не заехать, да? Блин, у меня что-то уже кончается, ой-ой-ой. Блин, у меня 5 литров. И чё, и мы сейчас приедем, и всё, что ли? Game over. Паша. Всё, походу. А если я прицеп отцеплю, интересно? Поможет это? Так, отцеплю прицеп. Всё, я поехал без прицепа. Блин, вон уже дорога на заправку, ё-моё. 4 литра. Три. Давай. Сейчас я лебёдкой. Так, перелез. Все нормально. Нормально я доехал. Давай, давай. 2 литра. Эть. Фу ты, блин. Все. Паша, я заправился. С 1 литром практически доехал до заправки. У меня еще там прицеп я где-то кинул. Сейчас я тебя притащу на заправку. Вот это как-то мы не подрасчитали, надо было нам заправиться. Да, там надо было. С гаража когда поперли. Подли. Ой, это ты там светишься? А, ну да, вон прицеп мой валяется. Ну, это нормально. Сейчас я лечу, так и лечу. Прицеп мой стоит тут отцепленный. На прицепе синхронизация работает отдельно от машины, летит, светится.
О, а ты едешь, как это? У тебя ж кончилось топ. А, ты, ты на веревке, ты на веревке, я думаю, блин, у тебя ж вроде в соляре закончилось. Бенза, все. Думаю, нифига, закончилось, а он едет. Крадет, крадется. Все, погнали. Ты тянешь меня? Да пробую. Нейтрально лапну. Должен быть тянуть, потом за прицепом вернусь. Слушай, цепляй-ка прицеп, давайте без прицепа. У таракани туда. Потом приедем, у меня тоже прицеп все равно валяется. Я отцепил. Легче, наверное, пойдет он так, по идее-то. Ну не очень это и легче. Ну, ну да, как бы я бы сказал, что оно с прицепом, по-моему, так тянулось, так, так же, по-моему, без прицепа оно идет. Да, с бензином как-то мы с тобой не рассчитали. Ну да. Я не могу с этой резиновой веревкой. Что говоришь? Я говорю, я не могу с этой резиновой веревкой жить совсем. Ты дергаешь, она растягивается, то есть как резинка. Ага. Тык-тык такая дергается. Нафиг так сделали, блин, ну 13-й версии нормальная же была веревка. Ну. Без всяких заморочек. Решили ее резиновую сделать. Ну. Не, ну есть такие реально трассы, которые растягиваются, как, я, ну как, есть, как я. Эти, как резинка такой. Не-не. Ну они не так тянутся, как это. Этот вообще она чуть ли не в два раза больше растягивается, чем она есть. Почти доехали, Паша. Почти, почти. У меня аж дым из-под колес идет. Я как-то помню, я к разум через перевел. Через перевал, короче, Урал вытягивал, короче, из оврага. Я ее там растянул, короче, вообще до немыслимых размеров. Я назад, то есть, и я еще, то есть, как бы получил, что я со склона съезжаю. И она тянется и тянется, тянется и тянется. А Урал на месте стоит, а я отъезжаю. Она, то есть, растягивается и растягивается. Я вообще сижу, думаю, как это вообще возможно? Что такое? Это как? Что за трос такой? Что вообще на туго так тянет? Ты первый вруби, да и все. Где тут крюки? Может полушайки попробовать? Да, это то же самое будет. Ну да, как будто на ручнике, блин. Попробуй, знаешь, как это, пониженную на вторую палочку. Надо просто, чтобы плавнее шло. Да ладно, уже сейчас так я тебя додергаю. Ну попробуй просто ради интереса. Плавнее, плавнее, плавнее. Во, да. Ну как бы да, плавнее идет. Нет такого сильного. Да тоже дёрг, поддёргивает. Тоже дёргается, ради. Он тут поддёргивается. Короче, смысла нет. Ну все, я тебя спас. Спас практически. Надо будет самому заправиться. Все, ты заправился? Все, да. Ну все, нормально. Поехали за прицепы. Да, поехали. Я еще подремонтировался, где-то саданул. Решетку разломал себе. Налево же есть. Да, да, да. А, вон он перецеп. Ой, мы проехали-то вообще тут не очень. Ну.
Ну, а мой припяток. А он твой. У меня прям в лужу так и валяется, дышанная, там вся розетка промокла. Где подпит он должен быть? Все, я прицепился, нормально. Вообще отличненько, да? Единственное, что мы не учли, что бензина не хватит, а так вообще нормально. Да я как бы ехал, и все, я уже смотрю, у меня уже 8 литров, ё-моё. Да ты бы не сказал, я бы тоже не обратил внимания. Можно через заправку проехать, да? Давай через заправку. Пока есть возможность, давай лучше заливать будет по полной. Я тоже решил заправиться. Да. Погнали. А, тут же прицеп пивас еще есть. Пивас? Да. А давай сейчас эти разгрузим, да без прицепов тут маханем до гаража. Ну давай. Или можно сейчас по пути заехать. Ну давай разгрузимся, потом вернемся. А что я у вас что возит? Топливо 300 литров. Mm-hmm. Ну это был квас, в итоге стал пивас. Я его немножко перемастырил. Оп, ты сейчас. Подмагнул. Так, полушайку надо прицепить. Опа. Ну, она на полушайку нормально переходит его. Ну, не попробую. Не глохнуть. Хорошо. Ой. Привет. Ой. Камни. Камни вот тут надо стараться обезжать, потому что камни она не очень. Да вообще эти легковые камни не очень берут. Ну, жигулевский мотор у нее изначально-то от УАЗика там стояло. Звук. Я поперебирал там, подсобрал, перегазовочку эту поставил. Раньше люди ездили с двойным выжимом постоянно, с перегазовкой. Геморрой. Ну да, а что делать? Все, я разгружаю. Было такое, да? Я сам на УАЗике ездил. Сам на УАЗике ездил двойным выжимом в один раз там. Опа! О, не обсохли быстрее бы приехали, да? Ну да. Че, кинул его? А, давай туда купим. Валяется, без него поеду. Сейчас на полушайке. На полушайке она вообще без прицепа чешет нормально. У
Да, вот без прицепа вообще классно идет. Прям легко. Вообще, смотри, как она чешет, да? Ну. Вроде и грязюка. Ух ты, я немножко тут воткнул какого-то в грязь. И то она, смотри, как легко идет вообще. Все нормально так. Во, уже дело-то к утру, походу. И вас. Все, пивом. Пивом написано. Нормально так. Ремонт не нормально смотрится в этот. Нет, да, я тоже посмотрел. Косяков нету никаких, как бы туда ставить. Ну, те два мы ставили, да, отлично, все стоит. Холодильник. Колеса. Кулаки. Багажник, холодильник. А, еще ж у нас есть гараж. Можно еще гараж открыть. Давай еще откроем. Давай, бери тогда так, чувака и холодильника. Чисто так, сейчас я шоссеечки поставлю, колеса. Поменяю. Все, погнали. Оу, камник вот я подпер. Вот, чуваков насадил, а я чуть не стал. Эх. А у тебя 3 очка получается? Да! Ой, я сейчас тогда чуваков только возьму. У меня получается 2 холодильника и эти чуваки. Ну чуваки садишь, они сразу без машины, она проседает, такая жопа у меня. Чувствуется. С пивасом, блин, это рецепт сам зацепился. А ты взял пивас с собой? Нет. Да я этот. Вроде не хотел цеплять, а уже давай ехать, смотрю сзади цистерны, с пивасом зацеплено. Знаешь, что брать с собой? Знаю, да. Как раз вот у меня 4 чувака, сейчас мы еще канистры бы спьем эту бочку. Нормально. На автомате пошкварило. Все нормально идет, ну. Даже с холодильником, и чуваками нормально чешет. Блин, надо было не открывать дрова. Этот, а тут табличка-то синяя. Сразу. Смотри, прет. Офигеть. Да обалденная вообще машинетка. Что-то я лужу и рухну. Вообще обалденная тачка. Мне понравилось. Я даже в радости, знаешь, ковырял сидел. Поднакрутил там все, что можно. Да, она вообще самую такую даже жесткую грязь нормально переваривает. Ну.
только вышла и пошла. Ой, Паша, проскочили гараж-то. Да? Точно. Да я тут сижу, разглядываю. Про гараж не забыл. Ой-ой-ой. Бурная река тут такая. Горку на четвертый. Ну, у меня на пятый вообще. Все, молодец. Все, гараж открыт. Отличненько просто. Ну что, давай застримимся, блин. С пивасом. С пивасом. Так, где-то эту горку взял, так возьму. Стой, меня чего-то вот утянуло меня. Стопэ! Все, Паша меня утащила вместе с пивом. Вот зараза. Я поднимусь. Блин. Давайте, елки-палки. Да что ты будешь делать-то, блин, она едет с горы, прикинь. На тормозах, на ручнике едет. Так, а как мне тут? Да. А, вот. Давай, может, подъедем. Нормально. Может даже чуть-чуть еще протянуть, чтобы у тебя это ник было видно. Оп, стоп. Я успел тебя на ходу поймать. Да, она катится. На ручнике. Я тормоза, кстати, нажимаю, она это... Да, так я, у меня ручник был, и тормоза я нажимал. Она прет, зараза, с этой бочкой, с пивасом таким. О, нормально вообще вот так вот. Эх, я уехал. Чуть-чуть бы назад пошли. Да? Да. О, у меня все нормально. Щелканул. Так что вот, ребята, скачивайте. Нитка обалденная. Дрова. Да, пойду реку штурману сейчас. Дрова возит, пивас возит. Так что аппарат отличный. Колеса обалденный выбор. Как бы изначально мод хороший 3D ведерко сделали, ребята. Поэтому не грех, как говорится, да? И руку приложить. Синхронизация света присутствует на данном авто. Так что, ребята, качайте, подписывайтесь на канал, группу. Всем удачки, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на группы, на каналы. Пока-пока!
Всем пока. Едем в отпуск отдыхать. Все, удачи.